Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы вас пригласили на отчетный концерт оркестра духовых и ударных инструментов Артемовского музыкального училища имени Ивана Карабинца. Нам очень хочется создать сегодня хорошее предновогоднее настроение, и мы хотим рассказать о тех людях, которые своим трудом и талантом писали историю оркестра. Вы помните, в апреле этого года мы отметили 85 лет с тех пор, как был создан оркестр. И с того момента, с 1929 года, отчетные концерты оркестра стали традиционными. Ежегодно они собирают полные залы везде, где бы оркестр не выступал. То ли в концертном зале «Донбасс геологии», то ли в городском дворце культуры или в концертном зале нашего училища. И мы рады, что сегодня тоже собрался полный зал. Итак, на сцене оркестр духовых и ударных инструментов Артемовского музыкального училища имени Ивана Карабинца, лауреат международного конкурса «Звезды Светогорки», лауреат всеукраинского конкурса в Луганске, художественный руководитель и дирижер Юрий Дахновский. Сейчас прозвучит музыка композитора, у которого очень много интересных, ярких, веселых, смешных сочинений для детей. Александр Гелев в гостях у Бабы Яги. Солисты Галина Костанда и Татьяна Голубцова. Да там нормально. Для Бабы Яги, кто друзья, кто враги, узнать бы, с какой она встанет ноги. Беда, если встанет старуха с больной, избушку ее обходи стороной. Отравит утопит по свечке, зашарит с картошкой в печке. Не важно, приятней какой ей каши, старуха с какой ей кривой отраши. Закладываются неравнодушными, инициативными людьми.
Такими и были первый дирижер оркестра Яков Мудорский и талантливый педагог и организатор Николай Щирый. Они вдвоем инициировали открытие в нашем училище классов медных и деревянных духовых инструментов. Были неутомимыми пропагандистами музыки. Мы продолжаем нашу концертную программу. Александр Гилев, серенада «Моцарт». Соло на скрипке Татьяна Шибаева. Филармонии. Студенты и
педагоги оркестра вели огромную просветительскую работу. Они организовывали в городе и районе ансамбли, оркестры духовые. Сами в них выступали и являлись дирижерами этих коллективов. Фрэнк Синатра, инструментовка Сергея Буймистра, «I love you, baby», исполняют Ольга Панкова, Борис Башко. Чатуряна. С интересом оркестр исполняет и музыку выпускников нашего училища.
прозвища известных композиторов Ивана Карабица и Евгения Мартынова, а также преподавателей, которые пишут музыку, Николая Яркового и Владимира Путри. В репертуаре коллектива, в его концертных программах и сочинения украинских авторов, к примеру, Владимира Матвейчука, а также российских композиторов Александра Зацепина, Александра Гилева, Андрея Ревчуна. Андрей Ревчун, концертный этюд, соло на саксофоне Степан Блажей. Это был 1999 год, 9 сентября. И вот духовой оркестр за 10 дней учебного года подготовил попурри, большущее произведение. Попурри на тему песен Евгения Мартынова, две песни с солистами, фанфары и еще несколько произведений. Юрий Григорьевич был талантливым валторнистом, вел класс валторный, организовал ансамбль валторнистов, которые выступали в Донецке, в том числе на телевидении.
Он был не только талантливым музыкантом, хорошим и требовательным дирижером, но еще и уникальным краеведом. Никто, я смею это утверждать, не знает, вернее, не знал лучше него историю духового отдела. Но, к сожалению, материалы семья нам не передала. Мы продолжаем нашу концертную программу. Адель Аткинс, «Skyfall», солистка Юлия Горошенко.